журнал «Музыка», журнал «Приветная жизнь», Здравствуйте, что тут регистрация? Да, у нас регистрация на квест. На что? На квест. На разных станциях проходите задания. До 6 вечера приносите заполненные бланки. И в 8 вечера будет разыгрываться приз. Вы готовы в это время быть здесь? Нет, к сожалению. Париж ждет. Мордовский лагерь, да? Спасибо, спасибо. Мы до 6 здесь, да. Ну ладно, надо же все равно. Не поймет? Ничего. Нет, смотрите. А это мне. Спасибо огромное нашим уважаемым музыкантам, которые создают сегодня настроение. Сегодня мы благодаря вам попадаем в атмосферу индонезийской культуры, в атмосферу этой роскоши, приятного ощущения. Ну а прямо сейчас, конечно же, хочется поговорить еще немного о индонезийских девушках. Многое можно о них рассказать, о хрупких, но очень-очень сильных, смелых и очень веселых, которые упорно трудятся от рассвета до заката, создают и поддерживают домашний уют, семейный очаг, оберегают семью и близких, танцуют и поют на традиционных праздниках. Танец Цикарми Рапи от танцевального коллектива Баялали с Центральной Явы – это отражение повседневного быта и характера девушек Индонезии, символ их нежности, символ страсти и внутренней силы. Дамы и господа, сегодня мы рады представить вам танец Сикар Мерапи. Thank you.
Thank you.
Яны Пандору Ратен Мас Онтоверио. Утому Пиналанно Рамок Синаурно Инарио Рапу Игнакари. Мы благодарим очаровательных девушек, которые приехали к нам из солнечного места. Мы благодарим коллектив Байолали из центральной Явы, который только что подарил нам такой прекрасный танец. Ну а прямо сейчас, дорогие друзья, как вы видите, на сцене, на коленях буквально, и в прямом, и в переносном смысле перед вами находится индонезийский гамелан. Это традиционный оркестр ударных инструментов. Его звучание сопровождает танцы, церемонии, обряды. Представление национального кукольного театра является неотъемлемым частью жизни индонезийцев. Творческий коллектив Дадали под руководством маэстро Трикою объединил талантливых музыкантов из России и Индонезии. Отличительная черта Дадали – уникальное сочетание традиционных и современных музыкальных инструментов, классических напевов древних веков, зажигательных мелодий наших дней. Под чарующие звуки музыки далеких островов мы перенесемся с вами за тысячи километров на далекий индонезийский архипелаг. Дамы и господа, оркестр Дадали. А мы напоминаем вам, что ровно в 15 часов состоится официальная торжественная церемония открытия фестиваля с участием посла Индонезии в России и почетных гостей. Желаем всем приятного дня и увлекательного путешествия по Индонезии.
А мы продолжаем выступление индонезийского гамелана, традиционного оркестра ударных музыкальных инструментов, который сегодня вам представляет творческий коллектив «Дедали». А правительство Москвы будет без сомнения вас всегда поддерживать. And there is no doubt that Moscow government will be always supporting you. Спасибо вам всем и удачи. Thank you very much and good luck. Далее мы приглашаем на сцену госпожу Риски Хандаяни, Министерство туризма Республики Индонезия. Ladies and gentlemen, for the next welcoming remark, we would like to invite to the stage Ms. Riski Handayani from Ministry of Tourism of Republic of Indonesia. His Excellency, Minister of Trade of the Republic of Indonesia, Bapak Enggar Tiasto Lukita. Ваше превосходительство, уважаемый господин министр торговли Республики Индонезии, господин Энгар Тиасто Лукита. His Excellency the Ambassador of Indonesia to Russian Federation, Bapak Wahid Supriyadi. Ваше превосходительство, уважаемый господин посол Республики Индонезии в Российской Федерации, господин Вахид Суприяди. The Honorable Representative from Government of the Russian Federation. Уважаемые представители правительства Российской Федерации. The Honorable CEO for Russia-Indonesia Business Council.
Уважаемый господин исполнительный директор делового совета России и Индонезии. Honorable heads of regional government from Indonesia. Уважаемые главы индонезийских провинций и регионов. Friends both from Russia and Indonesia. Дорогие гости из России и Индонезии. All distinguished guests. Уважаемые гости. Excellencies, ladies and gentlemen, very good afternoon to all of us. First of all, allow me on behalf of the Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia to express our sincere gratitude and highest appreciation to both our friends from Moscow and Indonesia for attending this event. Уважаемые дамы и господа, дорогие гости, в первую очередь позвольте мне от имени Министерства туризма Республики Индонезии выразить нашу горячую благодарность как российским, так и индонезийским сторонам, которые принимали участие в организации сегодняшнего мероприятия, за любезное приглашение присоединиться к нему. Furthermore, our special thanks to the Embassy of the Republic of Indonesia in Moscow for hosting this excellent event. Специальную благодарность выражаем посольству Республики Индонезии в Российской Федерации, которое предпринимает невероятные усилия для успешной организации этого фестиваля. I feel honored and delighted to be here in this afternoon to welcome you all at the opening ceremony of Indonesia Festival 2017 in Moscow, Russia. Для меня огромная радость и честь присутствовать здесь сегодня и приветствовать всех вас на официальной церемонии открытия фестиваля Индонезии в Москве. Ladies and gentlemen, Indonesia is perhaps one of the most diverse countries in the world. We are a nation of 250 million people coming from over 700 ethnic groups, speaking hundreds of dialects. Living across three time zones in the world's largest archipelago consisting of over 40,000 islands. Уважаемые дамы и господа, наверное, Индонезию можно назвать самой многообразной страной в мире. Наше население составляет более 250 миллионов человек. В Индонезии более 700 этнических групп, которые разговаривают на сотнях различных языков и диалектов. Индонезия распростерлась в трех временных зонах. Самый большой архипелаг, у нас более 14 тысяч островов. While our nation is blessed with plenty of natural resources, The true richness of Indonesia lies in our people, in our tradition, folklore and cultures. Несмотря на то, что Индонезия безусловно колоссально богата природными ресурсами, мы верим в то, что наш главный ресурс, наше главное богатство – это индонезийский народ, его традиции и богатая культура. And although each and everyone is different and unique, all our cultures have one thing in common. They are earth-loving cultures. И несмотря на то, что все разнообразные культуры всех тех народностей, которые проживают в Индонезии, отличаются друг от друга, нас всех объединяет общая любовь к нашей земле. Ladies and gentlemen, Indonesia is more than eager to do promotion to the key market, especially in Russia, to reach the target of 20 million arrivals by 2019. Уважаемые дамы и господа, в настоящий момент Индонезия как никогда активно проводит политику продвижения Индонезии как туристического направления, как в России, так и в других странах, для того, чтобы достичь цели по достижению цифры в 20 миллионов иностранных туристов к 2019 году. While Bali is still our main tourism destination, other destinations are definitely worth to explore and offers one-of-kind thrilling experience. Несмотря на то, что всемирно известный остров Бали продолжает оставаться самым популярным туристическим направлением в Индонезии, мы уверены, что другие туристические точки нашей страны имеют не меньший потенциал и могут предложить туристам невероятно интересные впечатления. Just as our wonderful Indonesia branding and explore further Thailand. Мы активно продвигаем бренд «Прекрасная Индонезия» и приглашаем к дальнейшему открытию для себя разнообразных частей нашей прекрасной страны. The Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia has set 10 priority destinations beyond Bali.
Министерством туризма Республики Индонезии были определены 10 приоритетных туристических направлений внутри страны, которые могли бы составить достойную конкуренцию острову Бали. Это озеро Тоба и Северная Суматра, район Танджунг-Калаянг на острове Билитунг. Танджунг-Лесунг in Banten. Танджунг-Лесунг в Бантене. Pulau Seribu or Thousand Island in Jakarta. Тысяча островов в Джакарте. Borobudur in Central Java. Храм Borobudur на Центральной Яве. Mount Bromo Tengger Semeru in East Java. Горы Брома, Тенгер и Семеру на Восточной Яве. Mandalika in Lombok, West Nusa Tenggara. Мандалика на Ломбоке, провинция Западная Нуса Тенгара. Комодо и Лабуан Бачо in East Nusa Tenggara. Острова Комодо и Лабуан Баджо в провинции Восточная Нуса Тенгара. Wakatobi in South East Sulawesi. Район Wakatobi на юго-восточном Сулавеси. And Morotai in North Maluku. И Моротай в провинции Северной Малукку. In 2016, around 68,000 tourists from Russia visited through 19 main entries to Indonesia. This year, we expect the number to go up to at least 110,000 visitors. В 2016 году Индонезию через 19 основных портов въезда посетило более 68 тысяч российских туристов. И мы уверены, что в 2017 году нам удастся достичь турпотока из России, который превысит 110 тысяч человек. Russia is one of the main markets of Indonesia tourism. Россия – это один из основных и приоритетных рынков для развития туризма в Индонезии. Based on our statistic data, in January to May 2017, the tourists from Russia visited Indonesia increased 62%. По статистическим данным, которыми мы располагаем, в период с января по май 2017 года рост туристического потока из России уже составил около 62% по отношению к прошлому году. Looking at the immense growth, continuing promotion in Russia is very important. Our other event in Russia this year is participating in Odik Leisure in September 2017. Мы, безусловно, отдаем себе отчет в необходимости дальнейшего продвижения Индонезии как туристического направления для российских туристов внутри России. И сообщаю, пользуясь случаем, что мы планируем также принять участие в выставке «Отдых Лейжа», которая состоится в Москве в сентябре. This is the second time for wonderful Indonesia, together with Indonesian embassy in Russia, to help this event. Through this event, we attempt to reintroduce Indonesia as a place where the human heart works wonders. Уже во второй раз Министерство туризма Индонезии принимает участие в сегодняшнем прекрасном мероприятии фестиваля Индонезии, который проводит посольство Республики Индонезии в Москве. И для нас это прекрасная возможность еще раз показать уважаемым потенциальным будущим российским туристам, как прекрасна Индонезия и как активно мы приглашаем их посетить нашу страну. Here you can experience the rich culture of Indonesia of a traditional dance performance, unique products, beautiful photographs, traditional music instrument, fashion show, fabrics, coffee, games and much more. Только здесь вам представится уникальная возможность познакомиться со всеми сторонами невероятной прекрасной индонезийской культуры, как через традиционные танцы и музыку, так через покупку традиционных индонезийских товаров, ознакомление с прекрасными индонезийскими тканями и многие другие активности, которые для вас подготовили организации, то есть организаторы фестиваля. You would also like to thank for Indonesia regional governments for their participation to bring all great performers here and make this occasion more exciting and festive. Также отдельную благодарность хотели бы выразить представителям и руководителям индонезийских регионов, которые нашли возможность привести в Москву представительные деловые делегации, а также оказать содействие успешной организации данного мероприятия. Prepare yourself to be excited and inspired.
Warm greeting from wonderful Indonesia. Thank you. Мы уверены, что вас ждут невероятные, увлекательные впечатления. Добро пожаловать в прекрасную Индонезию. Спасибо. Для приветственного слова мы приглашаем Михаила Вячеславовича Курицына, исполнительного директора делового совета «Россия-Индонезия». For the next welcoming remark, we would like to invite Mr. Michael Kuritsin, CEO of Russia-Indonesia Business Council. Прежде всего, я хотел бы поприветствовать здесь господина министра торговли, господина Лукита. First of all, allow me to welcome His Excellency Mr. Lukita, Minister of Trade of the Republic of Indonesia. Его превосходительство господина посла Индонезии Вахида Суприяди. His Excellency Ambassador of Indonesia, Bapak Wahid Supriyadi. Именно благодаря их усилиям фестиваль стал возможным в этом году, а традиция, которую начал посол Суприяди, надеемся, что она сохранится. For two more days, and I am very much hoping that this will become a new good tradition for the future. А правительство Москвы будет без сомнения вас всегда поддерживать. And there is no doubt that Moscow government will be always supporting you. Спасибо вам всем и удачи. Thank you very much and good luck. Далее мы приглашаем на сцену госпожу Риски Хандаяни, Министерство туризма Республики Индонезия. Ladies and gentlemen, for the next welcoming remark, we would like to invite to the stage Miss Riski Handayani from Ministry of Tourism of Republic of Indonesia. His Excellency, Minister of Trade of the Republic of Indonesia, Bapak Enggar Tiasto Lukita. Ваше превосходительство, уважаемый господин министр торговли Республики Индонезии, господин Enggar Tiasto Lukita. His Excellency, the Ambassador of Indonesia to Russian Federation, Bapak Wahid Supriyadi. Ваше превосходительство, уважаемый господин посол Республики Индонезии в Российской Федерации, господин Вахид Суприяди. The honorable representative from government of the Russian Federation. Уважаемые представители правительства Российской Федерации. The honorable CEO for Russia-Indonesia Business Council. Уважаемый господин исполнительный директор делового совета России-Индонезия. The honorable heads of regional government from Indonesia. Уважаемые главы индонезийских провинций и регионов. Friends both from Russia and Indonesia. Дорогие гости из России и Индонезии. All distinguished guests. Уважаемые гости. Excellencies, ladies and gentlemen, very good afternoon to all of us. First of all, allow me on behalf of the Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia to express our sincere gratitude and highest appreciation to both our friends from Moscow and Indonesia for attending this event. Уважаемые дамы и господа, дорогие гости, в первую очередь позвольте мне от имени Министерства туризма Республики Индонезии выразить нашу горячую благодарность как российским, так и индонезийским сторонам, которые принимали участие в организации сегодняшнего мероприятия, за любезное приглашение присоединиться к нему. Furthermore, our special thanks to the embassy of the Republic of Indonesia in Moscow for hosting this excellent event. Специальную благодарность выражаем посольству Республики Индонезии в Российской Федерации, которое предпринимает невероятные усилия для успешной организации этого фестиваля. I feel honored and delighted to be here in this afternoon to welcome you all at the opening ceremony of Indonesia Festival 2017 in Moscow, Russia. Для меня огромная радость и честь присутствовать здесь сегодня и приветствовать всех вас на официальной церемонии открытия фестиваля Индонезии в Москве. Ladies and gentlemen, Indonesia is perhaps one of the most diverse countries in the world. We are a nation of 250 million people coming from over 700 ethnic groups, speaking hundreds of dialects, living across three time zones in the world's largest archipelago consisting of over 40,000 islands.
Уважаемые дамы и господа, наверное, Индонезию можно назвать самой многообразной страной в мире. Наше население составляет более 250 миллионов человек. В Индонезии более 700 этнических групп, которые разговаривают на сотнях различных языков и диалектов. Индонезия распростерлась в трех временных зонах. Самый большой архипелаг, у нас более 14 тысяч островов. While our nation is blessed with plenty of natural resources, the true richness of Indonesia lies in our people, in our tradition, folklore and cultures. Несмотря на то, что Индонезия, безусловно, колоссально богата природными ресурсами, мы верим в то, что наш главный ресурс, наше главное богатство – это индонезийский народ, его традиции и богатая культура. And although each and everyone is different and unique, all our cultures have one thing in common. They are earth-loving cultures. И несмотря на то, что все разнообразные культуры всех тех народностей, которые проживают в Индонезии, отличаются друг от друга, нас всех объединяет общая любовь к нашей земле. Ladies and gentlemen, Indonesia is more than eager to do promotion to the key market, especially in Russia, to reach the target of 20 million arrival by 2019. Уважаемые дамы и господа, в настоящий момент Индонезия как никогда активно проводит политику продвижения Индонезии как туристического направления, как в России, так и в других странах, для того, чтобы достичь цели по достижению цифры в 20 миллионов иностранных туристов к 2019 году. While Bali is still our main tourism destination, other destinations are definitely worth to explore and offers one of kind thrilling experience. Несмотря на то, что всемирно известный остров Бали продолжает оставаться самым популярным туристическим направлением в Индонезии, мы уверены, что другие туристические точки нашей страны имеют не меньший потенциал и могут предложить туристам невероятно интересные впечатления. Just as our wonderful Indonesia branding and explore further Thailand. Мы активно продвигаем бренд «Прекрасная Индонезия» и приглашаем к дальнейшему открытию для себя разнообразных частей нашей прекрасной страны. The Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia has set 10 priority destinations beyond Bali. Министерством туризма Республики Индонезии были определены 10 приоритетных туристических направлений внутри страны, которые могли бы составить достойную конкуренцию острову Бали. Toba Lake in Sumatra, Tanjung Kelayang in Belitung. Это озеро Тоба и Северная Суматра, район Tanjung Kelayang in Belitung. На острове Белитунг. Tanjung Lesung in Banten. Tanjung Lesung в Бантене. Pulau Seribu or Thousand Island in Jakarta. Тысяча островов в Джакарте. Borobudur in Central Java. Храм Borobudur на Центральной Яве. Mount Bromo, Tengger, Semeru in East Java. Горы Брома, Тенгер и Семеру на Восточной Яве. Mandalika in Lombok, West Nusa Tenggara. Mandalika на Ломбоке, провинции Западная Нуса Тенгара. Komodo and Labuan Bajo in East Nusa Tenggara. Острова Комодо и Лабуан Баджо в провинции Восточная Нуса Тенгара. Wakatobi in South East Sulawesi. Район Вакатоби на юго-восточном Сулавеси. And Morotai in North Maluku. И Моротай в провинции Северной Малукку. In 2016, around 68,000 tourists from Russia visited through 19 main entries to Indonesia. This year we expect the number to go up to at least 110,000 visitors. В 2016 году Индонезию через 19 основных портов въезда посетило более 68 тысяч российских туристов. И мы уверены, что в 2017 году нам удастся достичь турпотока из России, который превысит 110 тысяч человек. Russia is one of the main markets of Indonesia tourism. Россия – это один из основных и приоритетных рынков для развития туризма в Индонезии. Based on our statistic data, in January to May 2017, the tourists from Russia visited Indonesia increased 62%.
По статистическим данным, которыми мы располагаем, в период с января по май 2017 года рост туристического потока из России уже составил около 62% по отношению к прошлому году. Looking at the immense growth, continuing promotion in Russia is very important. Our other event in Russia this year is participating in Arctic Leisure in September 2017. Мы, безусловно, отдаем себе отчет в необходимости дальнейшего продвижения Индонезии как туристического направления для российских туристов внутри России. И сообщаю, пользуясь случаем, что мы планируем также принять участие в выставке «Отдых Лейжа», которая состоится в Москве в сентябре. This is the second time for wonderful Indonesia, together with Indonesian embassy in Russia, to help this event. Through this event, we attempt to reintroduce Indonesia as a place where the human heart works wonders. Уже во второй раз Министерство туризма Индонезии принимает участие в сегодняшнем прекрасном мероприятии фестиваля Индонезии, который проводит посольство Республики Индонезии в Москве. И для нас это прекрасная возможность еще раз показать уважаемым потенциальным будущим российским туристам, как прекрасна Индонезия и как активно мы приглашаем их посетить нашу страну. Here you can experience the rich culture of Indonesia, of a traditional dance performance, unique products, beautiful photographs, traditional music instrument, fashion show, fabrics, coffee, games and much more. Только здесь вам представится уникальная возможность познакомиться со всеми сторонами невероятной прекрасной индонезийской культуры, как через традиционные танцы и музыку, так через покупку традиционных индонезийских товаров, ознакомление с прекрасными индонезийскими тканями и многие другие активности, которые для вас подготовили организаторы фестиваля. We would also like to thank for Indonesia regional governments for their participation to bring all great performers here and make this occasion more exciting and festive. Также отдельную благодарность хотели бы выразить представителям и руководителям индонезийских регионов, которые нашли возможность привести в Москву представительные деловые делегации, а также оказать содействие успешной организации данного мероприятия. Prepare yourself to be excited and inspired. Warm greetings from wonderful Indonesia. Thank you. Мы уверены, что вас ждут невероятные, увлекательные впечатления. Добро пожаловать в прекрасную Индонезию. Спасибо. Для приветственного слова мы приглашаем Михаила Вячеславовича Курицына, исполнительного директора делового совета «Россия-Индонезия». For the next welcoming remark, we'd like to invite Mr. Michael Kuritsin, CEO of Russia-Indonesia Business Council. Прежде всего, я хотел бы поприветствовать здесь господина министра торговли, господина Лукита. First of all, allow me to welcome His Excellency Mr. Lukita, Minister of Trade of the Republic of Indonesia. Его превосходительство господина посла Индонезии Вахида Суприяди. His Excellency Ambassador of Indonesia, Bapak Wahid Supriyadi. Именно благодаря их усилиям фестиваль стал возможным в этом году, а традиция, которую начал посол Суприяди, надеемся, что она... Their effort, the Festival of Indonesia can be successfully commemorated this year, and it is our big hope that the best tradition to organize this event, which was first initiated by His Excellency Ambassador, will be preserved further. От имени Общества дружбы России и Индонезии и Российско-Индонезийского делового совета я хотел бы в первую очередь обратиться к своим соотечественникам, москвичам, гостям столицы, сказать им, что этот фестиваль по-новому открывает уникальную страну мира, Индонезию, которая пока еще недостаточно хорошо известна в России. Не все даже знают, что остров Бали – это часть Индонезии, а те, кто там когда-либо бывал, вряд ли видели даже малую часть тех богатств и культурных, и природных, и богатств, возможностей для бизнеса этой замечательной страны.
On this opportunity, first of all, I would like to address the Russian citizens present in our today's event, the Muscovites and the guests of our capital, because Indonesia is a great and most interesting and beautiful country, which is still to be further discovered by Russian citizens, because not all of them know much about Indonesia. Some Russian citizens even do not know that the famous Bali Island is located in Indonesia. And meanwhile, anyone who ever visited Indonesia for sure will discover its outstanding potential, both in tourism sector, in its beautiful culture, traditions, art, and also for business development. Нас с Индонезией связывают давние традиции дружбы, сотрудничества, кооперации в самых различных областях. Индонезия использует российское вооружение. Индонезия благодарна России за помощь, которую оказала наша страна в начале 60-х годов для того, чтобы обеспечить возврат в состав Индонезии очень важной ее провинции Западного Ириана, сейчас она называется Папуа. Нас связывает множество проектов в торговле и экономическом сотрудничестве. Нас связывают возможности культурного обмена и образовательных программ. We would like to inform that Indonesia and Russia have historically very close cooperation and friendship ties. We have very close cooperation in technical and military sector and military equipment supplies. Indonesian people also are still thankful to Russian part who participated very actively into returning into the territory of Indonesia of its part of a very strategic important, which is the Indonesian part of Papua. We also have very close ties in business and economic cooperation in educational and other sectors. Я хотел бы в завершение поблагодарить индонезийских гостей, которые сделали это событие возможным, привезя сюда частичку индонезийской культуры из разных провинций. В первую очередь обратиться к губернаторам провинции, которые здесь представлены, и поблагодарить их за это уникальное событие, которое, несмотря на свою уникальность, в этот раз, мы надеемся, будет повторяться вновь и вновь и открывать для нас новые и новые стороны этой замечательной страны. On this opportunity, I also would like to extend my deepest gratitude to the Indonesian organizers and participants of this festival, especially to the governors and heads of Indonesian provinces and regions who found possibility to visit this event and to support its organization. And we are sure that the festival will become a great tradition which should be further preserved for the further development of friendship ties between Indonesia and Russia. Selamat datang ke Rusia, selamat datang ke Moskow, dan kami bangga ikut serta dalam festival yang begitu menarik dari segi pembukaan budaya Indonesia untuk masyarakat Rusia. Terima kasih. Уважаемые индонезийские гости, благодарим вас за эту честь, за эту возможность присутствовать, участвовать в сегодняшнем мероприятии и благодарим за внимание. Для нас большая честь пригласить на эту сцену господина Энгартиаста Лукита, министра торговли Республики Индонезии. It is our great honor to invite to this stage His Excellency Minister of Trade of the Republic of Indonesia, Mr. Энгартиаста Лукита. Yang terhormat, ini by instruction, by excellency, Pak Rahmat Gobel, excellencies, ambassadors, Pak Duta Besar, excellency ambassador of the Republic of Indonesia, distinguished guests, ladies and gentlemen. Well, one thing that we have to appreciate, our translator is a multilingualist. She can master three languages, and not in short, but in long. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Уважаемый господин посол Республики Индонезии в Москве, а переводчик благодарит за комплимент уважаемого господина министра. Спасибо. And also by Mike, Mikael,
these beautiful ladies using this kind and was it the type of it 15 kilos each. Также благодарю за вступительное слово Михаила Вячеславовича Курицына. Еще хотела бы остановиться на интересном факте. Если кто не знал, то костюмы, которые носят прекрасные девушки, которые сейчас стоят по периметру нашей сцены, каждый весит более 15 килограмм. It comes from one district in Sulawesi. Это костюмы из одного из регионов на острове Сулавеси. From Jember, no, from Parigi. Parigi Motom. Yes. Расходятся мнения, откуда 15-килограммовые костюмы приехали. And also from Malang, Jember and Banyuwangi is quite similar, but there is slightly different. Это расхожий индонезийский костюм, поэтому даже сложно навскидку определить, из какой именно он провинции. Популярен во многих регионах, сегодня представлен вашему вниманию, дамы и господа. As already mentioned by the ministry from tourism, we have more than 534 districts. It means that we have many things, different culture, but we have also more than 350 dialects. Уважаемые дамы и господа, как уже рассказала моя коллега из Министерства туризма, Индонезия крайне многообразная страна. У нас более 500 разнообразных административно-территориальных единиц различного уровня. Индонезийцы говорят на более чем 300 языках и диалектах. Thanks God, we have one national language. Повезло еще, что у нас хотя бы есть общенациональный язык. And I would like to invite all of you to come to Indonesia. Without visa. No visa. И, пользуясь случаем, еще раз приглашаю всех вас посетить Индонезию и специально напоминаю, что виза для этого не потребуется. Seeing is believing. So come and visit Indonesia. Many things that you can explore. Many things you can see. And as mentioned by the Ministry of Tourism, Indonesia is not only Bali, but many things. You can explore and see. Дамы и господа, люди говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому приглашаю.